Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами игра GTA 5. И сейчас я покажу вам, как настроить укрытие от третьего лица. Итак, нажимаем на кнопочку параметров. Выбираем камера. И выбираем укрытие от третьего лица. И можем включить или выключить данную функцию. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.